У нас в республике в год выявляется где-то 400, около 400 больных с первичными опухолями костей. Это получается 1,3 на 100 тысяч населения заболевает. Ну, типичная локализация при первичной — это длинные кости, до 80% это нижние конечности и, прежде всего, кости, составляющие коленный сустав. На долю метастазов приходится около 20%, и часто локализации это является 45-60% это бедренная кость, и реже кости верхней конечности. В настоящее время органосохраняющее вмешательство является стандартным методом лечения больных этой категории, и показаниями к операциям на органосохранном является возможность резекции кости с опухолью в пределах здоровых тканей и возможность последующего восстановления функции конечности. Наш опыт включает больных включительно 2015 года, начиная с 2016, и сейчас мы продолжаем набор другой группы больных, там более другой подход, о котором мы будем докладывать в следующих конференциях. Значит, 221 больной. И вот на слайде показано количество произведенных эндопротезирований и уровней. Практически все суставы, в исключении только голеностопного сустава. У нас нет опыта и, в принципе, не было, в принципе, пациента. Разновидности примененных протезов. Эндопротезы Севаша. Есть у нас протезы, были у нас собственные конструкции, китайские эндопротезы и украинские инметовские эндопротезы. Значит, преобладали мужчины, 59%, возраст пациентов от 16 до 74 лет. По локализациям, значит, в проксимальных отделах трубчатых костей 31%, дистальных 94%. И диффузарное поражение в 11 случаях. По гистологической структуре первичной опухоли, значит, их было 207 пациентов. Преобладали больные с гигантоклеточной опухолью, меньше с остеосаркомой, хондросаркома и различные варианты. Метастатические опухоли, значит, у 4 были метастазы из невыявленного первичного очага, в 5 случаях метастазы рака почки и в 2 и по одному случаю метастаз рака желудка и метастаз канцера легких. Эндопротезирование коленного сустава, значит, дистальный отдел бедра 94, проксимальный отдел, после зрения проксимального отдела пропорции 39. Преобладали также мужчины в этой группе. Протяженность поражения до 20 сантиметров, протяженность резекции, дефект от 9 до 25 сантиметров. Протяженность при поражении проксимального отдела большеберцовой кости до 20 сантиметров и дефект до 25 сантиметров. Значит, у пациентки гигантоклеточная опухоль дистального эпифиза, эпиметафиза бедренной кости. Этап операции. Установленный депресс. Неплохой функциональный результат. Хондросаркома дистального отдела бедренной кости, дистальный метадиафазальный отдел. Резекция, все эндопротезирование, функциональный результат. Здесь дистальный отдел, дистальный эпиметафиз бедренной кости, гигантоклеточная опухоль. Девушка была беременная. Мы произвели операцию под спинальной анестезией.
2 месяца беременности, второй месяц беременности. Хондросаркома проксимального отдела большой высокой кости. Поражение. Резекция, анаплазия, функциональный результат. Осложнение. 18%, почти в 19% больных были осложнения. Преобладали ортопедические осложнения, хирургические составили 8%. Это хочется отметить, что осложнения были больше при резекции большеберцовой кости с эндопротезированием. Но благодаря применяемому, начало 2010 года применению пластики икроножной мышцы, процент осложнений намного уменьшился. Вот осложнение, здесь вот расшатывание, образование свища, перелом ножки, удаленный процесс и шарни в части. То есть это девочки после 6 лет эндопротезирования, был первичным установлен протез Севаша. Через 6 лет у нее осложнение. Мы удалили эндопротез, на 6 месяцев установили металлоцементный спейсер, цементный спейсер, и через 6 месяцев рендопротезирование. Ну, удовлетворительный функциональный результат. Осложнение, лечение осложнений, значит, консервативное было лечение, удаление эндопротеза с установлением дистанционного консервационного синтеза, рендопротезирование, 6 ампутаций, количество операций 8. Ну, это перья послеоперационное ведение, стандартное, и функциональный результат. Эндопротезирование, резекция проксимального отдела плечевой кости с эндопротезированием. Значит, в 40 случаях преобладали в этой группе пациенты женского пола. Здесь также гигантоклеточный опухоль у 25%, остеосаркома 4, хондросаркома и меньше. По одному случаю ангиосаркома, фибросаркома, солитарная миелома была и метастаз из невыявленного очага. Протяженность до 12 см, резекция, дефект до 15. Гигантоклеточная опухоль здесь проксимального отдела плечевой кости, литическая форма гигантоклеточной опухоли, перелом. И после операции установлен эндопротез. Здесь ангиосаркома была проксимального метадиафизарного отдела плечевой кости. 4 курса химиотерапии, резекция с эндопротезированием. Значит, 3 осложнения, воспалительное осложнение 2, в одном случае вывих головки. В этом случае хондросаркома проксимального отдела плечевой кости. В 2002 году была резекция, вывих в 2012 году и рендопротезирование. Вот нижний слева, справа нижний снимок, это после рендопротезирования. Резекция проксимального отдела бедренной кости с эндопротезированием тазобедренного сустава. В 31 случае мужчин 20 лет, женщин 8 было. Преобладали также больные с гигантоклеточной опухолью и хондросаркомой. Протяженность до 22 см, резекция 24 см, вот дефект, он до 24 см. Здесь пациент рак молочной железы, состояние после радикального лечения, комплексным лечением через 14 лет, метастаз солитарного характера в бедренной кости. Этап операции. Резекция. Здесь фиброзная дисплазия, то есть дисплазия, патологический перелом, деформация. Функциональный результат. Осложнение. Значит, 19% случаев.
Чаще всего происходит вывих головки из-за дефицита мягких тканей. В двух случаях было вправление под контролем рентгена, и в одном открытое. Вот рентгенограмма, здесь вот вывих. Диафизов в 15 случаях. Значит, плечо и диафиз плеча и бедра. Протяженность поражения до 17 сантиметров, дефект до 24 сантиметров. Здесь ретикулосаркома, диафиза левобедренной кости, патологический перелом. Этап неоадъювантная химиотерапия была проведена, и этап операции, резекция с установлением диафизарного протеза. У двоих пациентов было осложнение. В обеих случаях расшатывание немножко. И у нас есть опыт единственного случая с эндопротезированным локтевым суставом. В конце 2015 года была произведена эта операция. Пациент, с высокодифференцированной остеосаркомой. Остеосаркома G1. Была произведена резекция. Хорошо, Гадвич, немножко активнее, заканчиваем. С эндопротезированным локтевого сустава. Сейчас он наблюдается уже 1,5 года, хороший функциональный, результат неплохой. Таким образом, эндопротезирование является методом выбора современной ортопедии, позволяет получить хороший функциональный результат и лучше качество жизни больных опухолем для лекарств. Спасибо за внимание. После Хуршата Гадиевича у меня вам вопрос. Вот вы сказали о даме беременной, она была предоперационная химиотерапия была у нее? Нет, здесь гигантоклеточная опухоль. Гигантоклеточная опухоль. Или я ошибся, беременная? Беременная, да. А, там не остеосаркома. Там гигантоклеточная опухоль. И вы ее оперировали через сколько после, получилось, до рождения ребенка, да? Да. Она сама рожала? Сама, нет, кесарево сечение. Кесарево сечение. Да. А почему не подождали? Был перелом. А, патологический перелом. Да. Понятно. Хорошо. Еще вопросы? Нет, спасибо большое.